Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии Умар Тикеев. Коротко о некоторых темах выпуска. Итоги социально-экономического развития Черкесска стали ключевой темой встречи главы республики Рашида Тимрезова и мэра города Алексея Баскаева. Около 1500 различных пород деревьев будет высажено в региональном центре этой весной. Более 650 тысяч рублей лишились две жительницы республики, поддавшись на уловки мошенников. Школьницы из Карачаево-Черкесии прошли отбор на второй тур заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы». Далее об этих и других темах подробнее. Глава республики Рашид Тимрезов поздравил работников скорой медицинской помощи республики. Далее цитата. «У вас великая миссия, и вы из года в год несете ее достойно и добросовестно. Спасибо за ваш высокий профессионализм, за доброе сердце и отзывчивость, за каждую спасенную жизнь. Пусть в ваших семьях царит благополучие, мир и любовь. С праздником!» – написал в своем телеграм-канале руководитель региона. В связи с 66-летием со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину, 3 мая текущего года, день возрождения карачаевского народа, объявлен указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова нерабочим праздничным днем. Органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих. Работа 3 мая компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с мэром Черкесска Алексеем Баскаевым. Стороны обсудили итоги социально-экономического развития города. Алексей Баскаев проинформировал о проектах, которые региональный центр планирует реализовать по строительству новых объектов культуры, спорта, образования и благоустройства в этом году. В соответствии с указом президента страны и в связи с исполняющимся в 2025 году 200-летием основания Черкесска, уже началась подготовка к празднованию юбилейной даты. По словам руководителя региона, организационный комитет должен разработать масштабную стратегию развития столицы республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Это создание новых рабочих мест, открытие новых производств, развитие социальной сферы, ремонт инженерных коммуникаций, строительство нового жилья и благоустройства. И все это при непосредственном участии горожан, которые должны высказывать свои мнения и предложения по всем ключевым вопросам, подчеркнул Рашид Тимрезов. Глава республики Рашид Тимрезов принял участие в заседании городской думы Черкесска, где с докладом о проделанной за минувший год работе и планах на текущий выступил мэр города Алексей Баскаев. Он детально рассказал о работе мэрии во всех сферах жизнедеятельности города. Рашид Тимрезов в своем выступлении отметил, что в городе идет активная реализация нацпроектов, благоустройство территории, дорожного фонда и достигнут рекордный показатель ввода жилья. Это исторический рекорд, но не предел. Впереди много работы. При реализации всех программ руководством республики, как и впредь, будет оказываться всесторонняя поддержка городу, сказал Рашид Тимрезов. Правительство Карачаево-Черкесии утвердило региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2027 года, которая включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства республики, а также на повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения и теплоснабжения и улучшить условия проживания жителей в 14 населенных пунктах республики. Об этом сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ Зульфира Бачаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и с замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе, в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, вот который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике.
50 площадок и более 3000 участников. В этом году Карачаево-Черкесия в пятый раз присоединилась к международной патриотической акции «Диктант Победы». Офлайн-площадки были открыты в школах, СУЗах и вузах во всех городских округах и муниципальных районах республики. В Черкесске на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» «Диктант Победы» писали представители регионального отделения «Единой России», Министерства образования и науки республики, ОФСИН, юнармейцы, поисковики, волонтеры «Победы», участники СВО и жители республиканской столицы. Перед началом диктанта воспитанники центра водрузили копию Знамени Победы, а для участников подготовили концертную программу. В этом году акция прошла в 46 странах мира, участвовали в ней все субъекты России. В рамках государственной программы содействия занятости населения Карачаево-Черкесской республики в Центре занятости Черкесска реализуется ряд мероприятий, способствующих трудоустройству инвалидов на оборудованные для них рабочие места. Информацию комментирует начальник отдела занятости Елена Жидькова. Размер возмещения затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида составляет 70 550 рублей. Для оснащения рабочего места работодатель может приобрести рабочую мебель, компьютерную технику, инвентарь, программное обеспечение, иными словами, то, что необходимо будущему работнику для исполнения его должностных обязанностей с учетом состояния здоровья. К примеру, в 2022 году в реализации данного мероприятия приняли участие 8 работодателей различных форм собственности, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, республиканские и муниципальные учреждения. Это позволило трудоустроить 13 граждан с инвалидностью. Трудоустроены они были по таким профессиям, как медицинская сестра, специалисты, сторож, помощник повара, юрист. В основном рабочие места оборудованы компьютерной техникой, рабочей мебелью, техникой медицинского назначения, сплит-системами для создания благоприятных микроклиматических условий. В текущем году также из республиканского бюджета выделены средства для оснащения 17 рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью. И работа по этому направлению активно ведется. Уже заключены договоры с 2 работодателями. В Черкесске этой весной запланирована высадка около 1500 деревьев. В прошлом году был выполнен большой фронт работы по озеленению города. Впервые зацвели цветники и клумбы на стеле на въезде в столицу республики. Столбы на Пятигорском шоссе украсили цветочные кашпо, а клумбы региональной столицы – сотни тысяч различных цветов. В этом году озеленение, помимо клумб и вазонов, включает в себя высадку новых сортов деревьев с ярким соцветием. В прошлом году в парках, скверах и на территории образовательных организаций было высажено порядка 1000 деревьев, в том числе декоративные сливы, клены, яблоки таринга Скарлетт, черемуха виргинская и другие. Этой весной на разделительной полосе проспекта Ленина появится цветочный узор из 33 элементов. Цветы посадят от пересечения проспекта Ленина и улицы Первомайской до пересечения проспекта Ленина и Ставропольской. Во всех городах и районах Карачаево-Черкесии сегодня проходит масштабный общереспубликанский субботник. Мероприятия по уборке и благоустройству проходят в поддержку федеральных экологических инициатив «Вода России» и «Зеленая Россия». Субботники уже давно стали доброй традицией, объединяющей людей. Они дают еще один повод сделать доброе и полезное дело, проявить заботу о природе и своем родном крае. В нашей республике традиционно участниками субботников становятся более 20 тысяч человек. В Карачаево-Черкесии проходит международная акция «Сад памяти», главная цель которой – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Уже на протяжении нескольких лет в нашей республике высаживаются тысячи молодых деревьев. В прошлом году акция получила новый формат. Саженцы фруктовых деревьев стали бесплатно раздавать нуждающимся семьям. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. У нас проходит очередное мероприятие всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Конкретно она называется «Сад памяти дома». Суть акции в том, что саженцы плодовых деревьев распределяются по семьям нашей республики. Муниципалитеты распределяют по семьям, и как раз таки сады КЧР предоставили памятку о том, как эти саженцы наиболее удобным способом высадить, чтобы они приспособились, то есть какую обработку необходимо сделать. Эта памятка будет как раз доведена до всех, кто получит саженцы.
В реабилитационном центре «Надежда» прошла встреча с сотрудниками Росгвардии по Карачаево-Черкесии и участниками специальной военной операции, героями нашего времени, которые с честью и доблестью защищают нашу Родину. Для гостей подготовили патриотический концерт. Детей интересовали вопросы о боевом товариществе, как подготовиться к службе в армии. Гости отметили, что самое главное для ребят сейчас – учиться быть честными и любить свою Родину. Школьницы из Карачаево-Черкесии прошли отбор на второй тур заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы». Образовательный центр «Сириус» утвердил список участников. Ими станут 1182 школьника с 7 по 10 классы из 79 субъектов России. Нашу республику представят ученица 9 класса 3-й школы Карачаевска Лейла Ильканова и ученица 10 класса 19-й гимназии Черкеска Вероника Воронина. В эти дни в Доме музея просветителя художника Ислама Крымшамхалова проходит экспозиция, посвященная этому энтузиасту народного просвещения, его семье, друзьям в контексте культурной жизни на рубеже 19-20 веков. В Доме музея можно увидеть поистине уникальные экспонаты, отметила заведующая сектором современной истории Государственного музея-заповедника Карачаево-Черкесии Ирина Джигутанова. Дом-музея просветителя Ислама Крымшамхалова относится к типу мемориально-краеведческих музеев. Расположен в городе Теперда. Размещается в здании бывшего гостевого дома карачаевского просветителя, поэта и художника. Выполнен в архитектурном стиле русского модерна. Разделы экспозиции посвящены Исламу Крымшамхалову, культуре и быту карачаевцев, истории курорта Теперда, истории местного туризма и альпинизма. Художественная коллекция музея включает произведения известных художников. Примечательно то, что в фондах Дома музея Ислама Крымшамхалова хранится более 6000 экспонатов. В ауле Эльбургана Базинского района стартовали работы по второму этапу реконструкции автомобильной дороги до животноводческих ферм, расположенных в урочище Батал-Чапхан, протяженностью 5,5 километров. Заместитель главы администрации муниципального образования Тимур Ксалов осмотрел ход проведенных работ. Полная реконструкция дороги общей протяженностью 24 километра предоставит возможность жителям аула Кубина сократить время в пути до районного центра, а жителям Эльбургана и Жичукуна добираться быстрее до агрокомбината «Южный». В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Усть-Джугута-Терезе продолжаются масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники будут менять старые основания последовательно на отрезках не более 3 километров. Подробности сообщил главный инженер управления Карачаево-Черкесск-Автодор Муаят Хутов. У нас проводится замена основания земляного полотна. Также будет проведено двухслойное асфальтобетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров. Новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги в барьерном ограждении. В Черкесске зарегистрирован случай заболевания кулихорадкой у 18-летнего жителя республиканского центра. Кулихорадка – это острый рикетсиоз, характеризующийся преимущественным поражением дыхательной системы. Региональным управлением Роспотребнадзора было установлено, что заболевший гражданин выезжал в Ставропольский край на сельхозработы по уходу за крупным рогатым скотом, где его укусил клещ. Пострадавший своевременно обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу. В честь Дня пожарной охраны в Черкесске прошла выставка детского рисунка и фотографии. Творческие работы участников конкурса, организованного Главным управлением ЧС России по Карачаево-Черкесии, совместно с Республиканским центром дополнительного образования детей, были продемонстрированы на пешеходной улице Первомайской в Черкесске. На рисунках дети постарались изобразить сотрудников чрезвычайного ведомства, их труд, пожарно-техническое вооружение подразделений МЧС, деятельность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожаров, природные пожары и первичные средства пожаротушения. Зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или юридического лица можно без посещения налогового органа и уплаты госпошлины в многофункциональном центре. Информацию комментирует начальник отдела регистрации учета налогоплательщиков №1 Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Эмилия Тимирезова.
Подавая документы на государственную регистрацию через многофункциональные центры, вы экономите от 160 до 4000 рублей в зависимости от вида регистрации. Госпошлина не требуется, когда документы направляются в электронном виде на регистрацию юридических лиц, изменения, вносимых в учредительные документы юридических лиц, также на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, регистрацию прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, кроме регистрации ликвидации юридических лиц, а именно политических партий, их региональных отделений, общероссийских общественных организаций инвалидов и их структурных подразделений. Результат государственной регистрации заявитель получает удобным для него способом – лично в отделении многофункционального центра, а также на адрес электронной почты. Напомним, что есть и другие способы регистрации бизнеса без посещения налогового органа. Например, при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи можно направить документы в электронном формате в налоговый орган через сервис государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Федеральной налоговой службы налог.gov.ru. В этом случае государственная пошлина также не оплачивается. Карачаево-Черкесская республика в 4 раза увеличила отгрузки зерна кукурузы и почти на 1000 тонн отгрузки свежих овощей. Такие данные приводит Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. Комментирует старший государственный инспектор Зинаида Исаева. С начала года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована отгрузка более 34 тысяч тонн подкарантинной продукции при вывозе с территории Карачаево-Черкесской республики. По сравнению с предыдущим годом республика нарастила поставки зерна. Так, за этот период уже отгружено свыше 29 тысяч тонн зерновых, что примерно в 4 раза больше, чем в прошлом году. Больше всего зерна направлено в Астраханскую область. Помимо зерна с территории республики идет отгрузка тепличных свежих овощей. Поставки в регионы выросли на 1000 тонн. С начала года проконтролировано более 5000 тонн овощей, тогда как за аналогичный период прошлого года чуть больше 4000 тонн. Жительница Карачаевска попалась на уловки мошенников и лишилась более 300 тысяч рублей. По словам 24-летней пострадавшей, еще в начале марта текущего года со своего мобильного телефона она зашла в приложение, якобы принадлежащее крупной госкорпорации, зарегистрировалась и заполнила анкету. Ей позвонил мужчина, который представился трейдером и сообщил, что для совместной работы необходимо открыть счет и внести какую-либо сумму. Потерпевшая различными переводами, следуя инструкциям незнакомца, под предлогом инвестиций на бирже пополнила свой счет на 311 тысяч рублей. Далее мошенник, получив свободный доступ к счету потерпевшей, похитил денежные средства и перестал выходить на связь. Своих сбережений, поддавшись на уловки аферистов, лишилась и жительница Черкесска. 65-летняя жительница города позвонил неизвестный, который представился работником банка. Следуя его инструкциям, под предлогом защиты от незаконной транзакции потерпевшая перевела 350 тысяч рублей на указанные мошенникам счета. После этого преступник перестал выходить на связь. С 8 по 11 мая в станице Преградной пройдут всероссийские соревнования по спортивной борьбе памяти Героя России генерал-майора авиации Канамата Буташева. В состязаниях примут участие сильнейшие борцы, студенты страны. Медали будут разыграны в дисциплинах вольная борьба и греко-римская борьба. Соревнования являются отборочными. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременно дождь-гроза, в отдельных районах сильный дождь-град. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 22, в горах местами до плюс 14. В горах республики свыше 2500 метров лавина опасна. В Черкесске днем кратковременно дождь, гроза, ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 22 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Текиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.
Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия».